Правительство США интересуется блокчейном. Децентрализованный и распределенный характер блокчейна привлекает к себе все больше внимания. Госдепартамент США совместно с компанией Blockchain Consensus организовали Blockchain at State Forum. Он проходил в Вашингтоне, США. Эта инициатива призвана объединить работу Госдепартамента США, Агентства США по международному развитию, межправительственные организации и частные компании для создания диалога и формирования новых партнерских отношений в развитии технологии блокчейн.